Я не думаю, что то, что сейчас форсят паблики, и то, что пишут в интернете какие-то анонимные чуваки, скорее всего, те, которые просили у меня денег за то, чтобы не говорить ни про имя, ни про фамилию. Я не думаю, что типа кто-то всерьез понимает, что у меня с семьей, почему так, зачем мне это скрывать. Я не знаю, что сказать, если честно. Я просто сейчас даже не знаю, что делать. Лезть и объясняться, зачем это все. Я могу сказать только одно. Этот шантаж не работает, чуваки. Это полное фуфло. Как полгода назад вы начали писать, так и пишите сейчас. Типа, тогда сливайте все. Так будет даже проще. И пусть это поддержат паблики. Так будет реально намного лучше, наверное. Я думаю, стоит чуть-чуть потерпеть, ок? Я думаю, чуть позже просто я сделаю ролик на канал, где поговорим об этом. Это очень важный этап в моей жизни. Очень важная часть моей жизни, что касается инициалов и вот этого всего. Очень долгий период в моей жизни был посвящен тому, чтобы менять это все. Скажем так, у меня не самые лучшие отношения с частью моей семьи. И это более глубокая история, чем кажется на первый взгляд. И мне бы крайне не хотелось углубляться в нее, поскольку у меня есть какая-то медийность и личная жизнь. Но мне кажется, что если это уже кто-то начал сливать, тогда надо это уже полностью все слить, и чтобы всем было спокойно, в том числе и мне.